Автомобилист из Китая случайно заехал в реку и для спасения своей маленькой дочери не придумал ничего лучше, кроме как бросить ее кому-то на берегу. К счастью, силу и направление рассчитал правильно, с ребенком все в порядке. Не менее отчаянным можно назвать героя этих кадров, тоже, кстати, китайца. Его жена решила покончить с собой после семейной ссоры. Однако мужчина не позволил ей спрыгнуть с крыши многоэтажки, схватил за волосы и удерживал так до тех пор, пока наверх не поднялись полицейские.